Всем привет, меня зовут Джош, и добро пожаловать на вводный курс по Unity 5. В этом уроке мы посмотрим, как использовать основные функции Unity для создания нашей самой первой игры. Начнем с того, что создадим чистый проект и научимся работать с файлами и ассетами. Мы создадим уровень, используя инструменты Terrain, а также расставим другие модельки по уровню. Дальше мы займемся самым интересным, а именно создание нашего персонажа, как заставить его двигаться, и вообще проанимируем его. В конце мы введем такие системы, как враги, подбор предметов и получение с них энергии, а затем мы будем уже заканчивать курс и посмотрим на то, как создать элементы UI с помощью новых функций Unity. К концу этого курса у вас будет не просто готовый проект, который вы сможете показать, например, своим друзьям, но и знания для создания уже своих собственных игр –